В этом году многие праздничные мероприятия проходят в дистанционном и виртуальном формате. Вот и акция «Бессмертный полк» в России впервые проходит в режиме онлайн на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Онлайн-трансляция шествия виртуального «Бессмертного полка» была доступна в эфире федеральных телеканалов. Граждане подали более 2 миллионов заявок на участие в акции. Наблюдать за ретроспективой памяти можно было в режиме реального времени в телеэфире, на YouTube и других медиаресурсах. Плакаты со снимками героев войны транслировались вместе с фотографиями их близких. Онлайн-шествие будет постепенно двигаться с востока страны на запад. Кроме того, в России проходит акция «Бессмертный полк в твоем окне». Ее участникам предложили выставить в окне портрет своего родственника, ветерана войны.